До поджога здесь было стекло, которое злоумышленники разбили, чтобы попасть внутрь аптеки. Сейчас проем закрыли пластиковым щитом. В 2 часа ночи в диспетчерскую 01 поступило сообщение о пожаре. Возгорание произошло в аптеке в 24-м комплексе. Здравствуйте. Когда спасатели подъехали, внутри помещения уже вовсю полыхал огонь. Дверь была взломана. На месте происшествия пожарные обнаружили 3 пакета, наполненные горючим. В помещении аптеки ощущался острый запах применения лековоспламеняющей жидкости. Внутри было обнаружено 3 пакета и было 2 очага. То есть один с этой стороны прилавка, другой за прилавком. Обычно рестораны, кафе там, да? Конкуренты. Работницы аптеки строят версии, кому могла помешать их деятельность. Материальный ущерб сейчас устанавливается. Инспектор готовит материалы для передачи дела в полицию. Анастасия Елисеева, Петр Греков. Эфир 24.